В единственном гипермаркете жилого комплекса «Государев дом» всю прошедшую неделю наблюдался небывалый спрос на продукты долгого хранения. Впрочем, как и во всех магазинах страны. Сейчас панические настроения покупателей сошли на нет, в том числе из-за того, что самые раскупаемые товары за это время с прилавков не исчезли. После того, как волна покупательского ажиотажа последней недели сошла на нет, на полки магазинов вернулись товары, которые пользуются особым спросом во время карантина. Здесь мы видим гречку, на той полке макароны, а также большое количество туалетной бумаги. Руководство магазина заявляет, что даже в таких непростых условиях способно удовлетворить запросы покупателей. Проблема состояла лишь в логистических перевозках и доставке из-за большой нагрузки на транспортные компании. У нас действительно есть склады, на которых есть достаточный запас подобного рода товара, поэтому мы очень быстро связались со своими коллегами, нам сделали дополнительные заказы, и товар буквально через 2 дня пришел в магазины. Мы пополнили полки и все, то есть очень оперативно работаем. Кроме того, пресс-служба X5 Retail Group сообщает, что компания держит на контроле ситуацию с поставками продуктов в свои торговые точки. Мы в режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товара в те из них, где фиксируем особо повышенный спрос. В настоящий момент никакой особой активности у прилавков с крупами, макаронами и консервами не наблюдается. Паники не подаемся, потому что на прилавках всего хватает. Если нету в одном магазине, то есть в другом магазине. Знаете, я психолог, я могу много дать советов. На самом деле людям просто очень важно сейчас уйти в себя. И мне кажется, обратить внимание просто на свою жизнь, заняться ей вместо того, чтобы смотреть на все, что происходит. В целом люди сохраняют спокойствие, принимают меры предосторожности в условиях карантина и продолжают жить обычной жизнью. В свою очередь, администрация Ленинского городского округа совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводит свой мониторинг наличия товаров первой необходимости в магазинах федеральных и региональных сетей. Сейчас мы продолжаем отслеживать поступление продовольствия в магазины. Сейчас это список из 5 продуктов. Это крупа гречневая, рис, макароны, сахар-песок и мука пшеничная. Во всех магазинах товары есть в наличии. Роста цен не отмечается. Подобный контроль планируется осуществлять до окончания карантина. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.